Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет. Ну что, в данном видео у нас сегодня будет тест драконов, хотя я уже обзор делал на драконов. Но давайте посмотрим, что можно сделать на данный момент с этими ботами новыми. Ну что, так, по заклинаниям у нас идут стандартно метеоры. Давайте посмотрим. А, тут есть дополнительные воины. Это сундук. Хотя навряд ли я их буду использовать, может быть так, на добивку. Ну что, я смотрю, что есть и пирамида. Так, Легион Хаоса. Неужели я попал на свой же клан, вернее, братство? Нет, мы не будем нападать на своих. Так, ну что у нас есть еще на арене? Так, бота нужно найти побольше, хотя бы золотишку. Так, это у нас не бот. В основном, друзья, вот такие города сейчас попадаются. Не знаю, вроде обещали до личного турнира нам все исправить. Турнир будет, кто не в курсе, 19 числа. Ну, а обновление, ну не знаю, может разработчики сделают либо завтра, либо до турнира, это 100%. Так вроде обещали. Ну а мы посмотрим. Так, что это у нас тут? Это у нас не бот, пропускаем. Пирамиды тут нету, правда. Так, это тоже не бот. Было бы, конечно, неплохо найти свой город. Так, здесь то же самое. Просили меня сделать тест слонов на мой город. Ну, друзья, я говорю, что там на моем городе очень хорошо так спрятана пирамида. Так, сколько тут? Ой-ой-ой, сколько золота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что, ладно, давайте мы сделаем по-другому. Может быть, а тут даже и пирамиды нету. Давайте тогда мы, как бы лучше на него напасть. Поближе, конечно, будет тут. Давайте мы попробуем сбить метеорами и сделаем 5 вот этих. Раз, два, три, четыре. Куда бы еще жахнуть? Ну, давайте сюда жахнем. Братские же здесь тоже получаете, так что это будет по-честному. Так, ну что, драконов, наверное, я буду запускать. Тут шпиль есть один, правда. Давайте мы запустим вот так всех их. Запустим сразу мы крыла феникса. Крылатую запустим. Запустим еще вот ветрокрылую. Так, тут есть допы какие-то. Давайте так на шарика запустим их. И на зачистку так тролли. Я не знаю, они нужны будут, вообще не нужны будут. Кто-то спрашивал пушкаря, какой у меня уровень. Я вам, друзья, сейчас покажу. Я закончу. Давайте мы приблизим, посмотрим, как наши дракончики работают. Смотрю, чудесненько они прорываются. Ну, тут, конечно, и герой помогает. Ну вот, друзья. Ну, тут, видите, есть один плюс, что тут нету пирамиды. Была бы пирамида, конечно, чуть было бы посложнее. Но я бы направил бы, если бы она стояла бы где-то здесь. Я напал бы, может быть, с этой стороны. И какой-то процент. Ну, драконы сейчас, они мощные. Так, что у нас там? Лазейку оставили. Ну, давайте мы пушкарем заберем его. Две даже лазейки. Ну, так вот где-то. 100% бой. Тут, конечно, с бонусом у меня выходит даже очень даже неплохо. Смотрите, 4-5 миллионов 200 тысяч. Да, вот такие города было бы неплохо. Можете на ночь где-то устанавливать драконов. Потому что они у нас постройки очень долго, кажется. Сейчас давайте посмотрим, сколько если восстановить. Давайте я еще и утром как-нибудь нападу на кого-нибудь. Так, восстановим. Итого получается у нас 3 часа, да? 3 часа 4 штуки. Ух, как долго. Так, нужно будет нам бастион сделать еще.
Хотя я на бастион сейчас уже, в принципе, не трачу вообще заклинания. Так, ну меня спрашивали по поводу про насчет осколков. Прокачиваю ли я, не прокачиваю. Друзья, да не прокачиваю я их и особо так. Раньше как-то увлекался. Ну, видите, 48 уровень. Здесь еще нужно немножечко. Сколько тут еще? 5 уровней. И будет 49. Ну, может быть, скоро я его улучшу на предел. На 50 они у нас улучшаются. Ну, а способности, как видите, у меня здесь 17, здесь 11. А по поводу этих я вообще не заморачиваюсь. Дадут камни, не дадут. Ну, что мне? Мне, в принципе, герои нормальные. Хоть и не на пределе, но все равно меня это устраивает. Так, ну что, в принципе, я доволен. Так, давайте посмотрим, что у нас тут в бастионе. Это что, новая карта у нас или нет? А ну сейчас посмотрим. Старая карта. Я даже и не помню, как я их проходил. Так, если на шару. Даже и не помню, как я эту карту и проходил. Давайте тут уничтожим. Давайте попробуем защитный кристалл. Не хватило. Ну и запускаем, наверное, сейчас. Запускаем сюда слона, сюда слона, сюда слона, сюда слона. Я даже не помню, как я ее проходил, эту карту. Давайте еще, тут шпили есть. Так, сюда еще запустим ифритов. Так, слон туда пошел. Так, запускаем сюда крылатую. Так, что у нас еще есть герои? Запустим сюда еще одного дракона, например. Так, ну и, наверное, я не знаю даже, что делать. Отвык я от таких карт, конечно. Ладно, пусть зайдут сюда призраки. Драконов мы запустим сюда. Так что вы там особо не критикуйте меня. Я забыл, честно говоря, как проходить эти карты. Ну, все равно мы пройдем их на 100%. Это однозначно. Так, 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 так. Так, пушку завалили. Осталось еще 3 ифрита. Да, в принципе, можно их и не использовать. Но можно тут. Стоят у нас еще некоторые здания. Ну, я говорю, друзья, эти карты, они самые старые, и их очень легко проходить. Ну, я не заморачиваюсь, у меня героев, в принципе, хватает. Если бы я какое-нибудь здание там не подбил бы, я бы запустил бы того же героя. А, как сами понимаете, эти здания, они не особо. Так, ну что, друзья, в принципе, я доволен. Тест прошел отлично, пишите в комментарии. И я сейчас, друзья, не выкладываю видео по одной причине, что, ну, в принципе, я бастую, как и все остальные. Сами видите, какая у нас арена сейчас. Ну, не вижу смысла я сейчас какие-нибудь тесты еще проводить. Я хотел, меня просили вообще сделать тест слонов. Давайте зайдем, посмотрим, какой у нас уровень. Там 18 уже, да? Характеристики сами видите. 1898 у нас идет на атаку. 25 тысяч у нас идет на защитку. Не знаю, сейчас слонами не особо эффективно работать. Если нанять просто, вот, например, 10 слонов и 15 эфритов, может быть, какую-нибудь атаку можно провести. Но если нападать, вот, например, на мой город, а сейчас на арене попадаются в основном такие города, ну, здесь пирамида просто перемочит этих слонов только так. Вы запускаете 5 слонов, 5-6 кажется, и пирамида автоматически уже активируется. Ну, а тут, сами понимаете, если пирамиды нет, еще более-менее на 76, на 80 можно прорваться на 77%. Ну, а на такие, видите, нанимаете либо орлов, либо драконов, и все будет отлично. Ну, в принципе, нормально. Ну что, друзья, какие тесты хотите провести еще? Пишите там в комментарии, посмотрим. Ну что, друзья, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.